ученики, просто случайный зритель. Не знаю, почему вы не спите. Я еду тренировать очередного подписчика канала. А пока едем, в очередной раз пообщаемся с вами в прямом эфире в Instagram. Если будет интересно, выложу потом это все, как всегда, на YouTube. Так что привет от говорящей головы. Итак, что же было раньше? Сырники или Нутелла? Я думаю, понятно, да, о чем речь. Уже давно все очередной этот скандал, бардак в интернете посмотрели. Кто только не сделал обзор на это. Но хочу сказать в очередной раз, что как вам строить свои тренировки и питание для того, чтобы расти, неважно, кто вы, эктоморф, эндоморф, мезоморф, хорошо или плохо вы растете. Тренинг, базовые принципы тренинга, биохимические, физиологические, для всех одинаковы. Абсолютно для всех. А вот психотипы, эндоморф, мезоморф, эктоморф, действительно влияют на то, как вы должны строить свой рацион питания. Это, по-моему, и ежику понятно уже. Тренироваться нужно всем грамотно. Мы говорим сейчас, естественно, о натуральном тренинге, как всегда. И по возможности нужно тренироваться максимально в базовых движениях со свободными весами. Свести к минимуму работу в тренажерах. Либо убрать ее полностью, если вы вообще очень тяжело растете. Когда вы достигнете определенных силовых показателей, а я так понял, что никто толком не знает их, хотя в моих статьях они ступени расписаны, я сделаю отдельный ролик об этом, чтобы вы понимали, когда вам нужно переходить на периодизацию или вообще задумываться о том, почему вы не растете. Естественно, после примерно 2 лет построения силового фундамента, когда ваша силовая база будет залогом того, что ваши качковские тренировки, программы будут направлены непосредственно уже на рост мяса. Основные ошибки тоже придется делать об этом видео, но основные ошибки натурала, как всегда, известны. Это нежелание тяжело пахать и копирование программ чемпионов. Между натуральным тренингом и тем, что вы видите в основной массе своей на всех каналах, неважно у какого блогера, особенно если это выступающий спортсмен, и все, что читаете в качковских журналах, не имеет ничего общего с реальным тренингом. Реальным тренингом натурала, который будет давать вам эффект, который не будет вас убивать, который не будет перегружать вас, который будет оставлять ресурсы вашего организма не на то, чтобы восстановиться после того, что вы с ним сделали, а который будет давать ресурсы нашего организма именно на рост мяса. Потому что если вы вдруг заблуждаетесь, не знаете, рост мяса для организма вообще не важен. И необходимо обязательно быть сильным, становиться сильнее постоянно, постоянно. И это даже для химиков работает. А если вы натурал, так у вас единственная задача становиться сильнее. Становиться сильнее постоянно можно только на первых этапах тренинга, которые год чуть больше занимают. Но пока вы не достигнете определенных показателей, повторяю, я сделаю об этом отдельное видео, задумываться о качковских тренировках вообще не стоит. Вернемся к нашим нутеллам и сырникам. Друзья, если вы хотите набирать и при этом хорошо выглядеть, нужно понимать основные принципы питания. Не забывайте, что из наших, по крайней мере, блогеров, я первый, кто заговорил о инсулине.
Но не потому, я об этом вам напоминаю, чтобы сказать, какой я умный или хороший, а потому, что сначала я изучил огромное количество информации. Я также сначала заблуждался, что именно с утра, когда наш организм после спячки, нам необходимо как можно быстрее его загрузить, желательно быстрой энергией. Это неправильно. Эта быстрая энергия отложится также быстро в жиры. Так вот, я рассказывал уже, но повторю, одна из моих учениц, она медик, она тоже смотрела видео в YouTube, где кто-то делал глюкометр изменения после того, как поел творог, и типа не было никаких выплесков, выбросов инсулина. Но это, конечно, смешно делать такие исследования, если можно так сказать. Но так как она медик, имеет доступ к лаборатории и повернута на правильном питании, повернута вообще на продуктах, что есть, потому что хочет, естественно, как нормальная девушка, женщина, выглядеть хорошо. Она сделала все как положено. Рано утром на пустой желудок, вечером не ела, сдала кровь. И через каждые 45 минут, она хотела через каждые полтора часа, но я посоветовал делать через каждые 45 минут. Сдавала повторно кровь, именно чтобы посмотреть, есть ли выброс инсулина. Так вот, самый мощный выброс инсулина произошел, я думал, где-то через полтора-два часа он должен произойти. Но нет, он произошел как раз-таки через 40-45 минут. А потом уже пошел на убыль. Пошел на убыль. О чем это говорит? Это говорит о том, что в любом случае вечером молочку есть не стоит. О чем я вам всегда и говорю. Но даже если мы уберем из этого уравнения и вообще не будем смотреть на это через призму инсулина, а только через призму практики, потому что я вам всегда говорю, что перед тем, как что-то вам дать, я все равно опробую это на себе, на своих учениках. И говорю уже только через призму практики. Так вот, вы можете убедиться в этом на примере моих учеников, на примере Татьяны, которая и так всегда питалась нормально, но при этом имела небольшой процент жирка, который все-таки для соревнований, а она вот в эту субботу уже выходит на сцену первый раз, на серьезную сцену, выступит в двух категориях, и среди новичков, и среди тех, кто уже выступал. На Тане это сработало просто идеально. Мы с ней не делали никакого кардио. Мы с ней снизили количество углеводов вообще всех на протяжении всего дня. Только она получала хорошую порцию углеводов медленных перед тренировкой за полтора-два часа. И сразу же съедала банан, как быстрые углеводы, в конце тренинга. И посмотрите, как кардинально поменялось ее тело. Посмотрите, насколько качественно она выглядит, какой пресс, какая прорисовка. При том, что мы не делаем кардио, повторяю в очередной раз, мы не сидели на безуглеводке вообще, да? Ели быстрые углеводы после тренировки, сразу после тренировки. Никогда вы придете домой, даже никогда вы пойдете в раздевалку. Мы ели быстрые углеводы до заминки даже. И так сейчас делают все мои ученики. И для меня самого это открытие, они очень быстро прогрессируют. Как в плане и увеличения объемов, так и еще больше, еще качественнее в плане именно избавления от излишней жировой прослойки. Так вот, друзья, никакой нутеллы есть нельзя. Вообще никогда. Если есть арахисовую пасту, к сожалению, в России сомневаюсь, что такая есть. Даже Таня ест неправильную пасту. У нас здесь в Штатах есть паста, которую готовят фермеры, которую готовят прямо в магазине, которая не содержит трансжиров. Нутелла – это самое плохое, что можно себе придумать, на мой взгляд, из всех арахисовых паст. По той простой причине, что там куча трансжиров. Посмотрите, об этом могут даже не писать производители, но в интернете можно посмотреть, из чего готовят нутеллу. А вы знаете, все, что касается трансжиров, мы избегаем
как огня всегда. Потому что если жир, попадающий, полезный, нормальный в организм, он не обязательно отложится в жир и даже иногда помогает сжигать жиры, которые у нас есть, то трансжиры организмом просто не усваиваются. Чтобы вы понимали, просто вот такой прям примитивный пример на пальцах. Молекула жира имеет как бы вот такое строение, да? А трансжир перекручивает молекулу вот, вот так. И организм просто не умеет распознавать наш трансжиры. По той простой причине, что если верить в теорию эволюции, не так давно они появились у нас, но организм не умеет их еще вычислять, поэтому он сразу их отправляет под кожу. И потом вот эти трансжиры, именно жир, накопленный трансжирами, очень сложно оттуда достать. Поэтому, если хотите, не если хотите, а просто обязаны вы повышать уровень инсулина после тренировки сразу, то лучше всего это делать бананами, как проверено уже не одним поколением культуристов. Или просто чистым сахаром даже. Поднимется, подскочит инсулин очень сильно. И запомните, это никак не связано с белково-углеводными окнами. Потому что действительно, и я знаю, и тот, кто следит за современными исследованиями, что не существует как такового белкового углеводного окна, как накопление гликогена в мышцах, в печени. Потому что давно доказано, что организм после силовой тренировки еще там от 12 до 24 часов продолжает одинаково накапливать гликоген. Не для этого делается. Я сам не понимаю, для чего это делается. Но вы поймите, что здесь качественно другой уровень. И общаюсь я совершенно с другими людьми, чем в России. Не потому, что они здесь как-то умнее или лучше нас. Нет, просто когда вы последний раз общались с участником Олимпии? А есть у вас в друзьях участники Олимпии? У меня друг и тренер мой, Густаво Бадл, который два раза был третьим на конкурсе «Мистер Олимпия». Поверьте мне, все, что мы с вами знаем даже о фармакологии, не имеет ничего общего с тем, что знают они. И я раньше тоже думал, что чем больше дозировки, тем больше человек. Но это не всегда так. Здесь в залах Америки столько огромных мужиков, вы просто представить себе не можете. И я специально всегда подхожу к тем, у кого огромные бицепсы, спрашиваю их. И самое первое и второе, что не мне отвечают, это они не качают руки часто, 1-2 раза в месяц, можете себе представить. И очень много подтягиваются, подтягиваются различными хватами. А сейчас я еще заметил, и вы можете заметить, потому что тоже наверняка смотрите, следите через YouTube за западными, за американскими про-атлетами и тем, кто стремится стать про-атлетом. Они, многие даже начинают любую свою тренировку с подтягиваний. Это не просто так. У меня, кстати, даже есть программа 8-недельная, как сделать себя шире. Посмотрите, будет полезно, потому что все, кто пробует, остаются довольными. Что касается того, что у меня увеличились дельты, некоторые даже стали писать, что я вколол себе синтол. Друзья, вы знаете, никогда от вас ничего не скрываю. И то, что у меня был опыт применения фармакологии, и то, что я собираюсь повторять его. И если я не являюсь противником фармакологии, это не значит, что я за импланты или за синтол. Нет, для меня синтол — это табу. Я никогда не приму то, что нужно, можно и вообще обоснованно ставить синтол себе. На мой взгляд, это очень-очень глупо. Особенно, если вы не спортсмен мирового уровня, выступающий в про-дивизионе на очень высоком уровне, претендующий на призовые места в таких конкурсах, как Мистер Олимпия, Арнольд Классик, Нью-Йорк Про, если говорить по степени значимости турниров.
Просто секрет в том, и я об этом вам тоже уже говорил, что последние 2 месяца я ставил себе гормон роста в оба плеча, в средний пучок, только из-за того, чтобы снизить хоть как-то сильнейшие боли в плечевых суставах. Операцию я пока сделать не могу себе здесь, я страховку не покупал, а операция на одном только плечевом суставе стоит $36 000. Поэтому я посчитал целесообразным для себя лучше, проще сделать гормон роста и жирок подсушить, и суставы подлечить. И никакого синтола я не ставил, не ставлю и никогда не буду ставить. И никому из вас не советую. Друзья, кушайте творог смело с утра. И можно его кушать с медленными углеводами до тренировки. А быстрые углеводы кушайте только сразу после тренинга. Сразу. И будет вам счастье. И большие мышцы, и мало жира. Всем пока, увидимся в следующий раз.